12 июля. Письмо называется «Горшок». Наташа, наверное, судя по письму. Да, с уважением, Наталья. Здравствуйте, Юля, у меня к вам вопрос. Моему сыну в августе будет 2 года. На горшок не ходим. Пытаюсь присаживать, предлагаю всячески, но сын сразу же психует. Играю, чем может подойти к горшку, и стоя как бы делает вид, что писает. На этом все. Я смотрела ваше видео на ютубе, вы говорили надевать трусики, исключить памперсы только во время сна. А как быть, когда идем на улицу? Большое спасибо, с уважением, Наталья. Если теплое время года, в трусах идете на улицу, и там каждые полчаса, или когда вам кажется, что ребенок ерзает, поливаем кусты траву, да. Если даже описался, тепло, ничего страшного, не успеет замерзнуть, переодели, протерли салфеткой, и все. В зимнее время года, конечно, это в памперсах. Еще раз повторяюсь, время приучения ребенка к горшку, время созревания нервных окончаний, связей, отделов мозга, которые отвечают за всю эту цепочку, видимо, вы не все видео посмотрели про горшок, созревают с 2,5 до 3 лет. И чем раньше вы будете приставать к ребенку, тем дольше этот момент у вас не наступит, потому что вы уже создали блок негативизма к этой проблеме. Поэтому я считаю, что нужно сейчас отпустить эту проблему. И это не проблема. У нее проблема. А, ну да. Да, а вообще у ребенка, конечно, не проблема. Вот, отпустить этот совершенно вопрос. И если вы видите, что ребенок, а у вас мальчик, я так понимаю, да, сыну, очень хорошо по писуну видно, когда мальчишка хочет писать, да, пристает, он начинает ерзать, там, теребить как-то руками. Предложили, если вас отклонили вашу просьбу, ну, отклонили, ничего страшного, ему не 4, не 5, не 12 лет. А если согласились, ура, как здорово. Но если вы второй раз и 5-й, 10-й вот в этот прям момент будете предлагать, ну, давай, ну, все-таки давай пописываем, ну, вот сюда, ну, нет, давай вот так, нет, давай вот так, он сейчас вообще уйдет в негатив, и уже даже умея писать на горшок, он все равно этого вам не сделает. Оставьте ребенка в покое. И посмотрите еще видео про горшок. 12 июля, Наталья, горшок 2 года. Спокойствие родителям.